ребята, налево, далеко-далеко за старым мостом. До моря еще очень далеко. 120-130 километров. Мы тут, короче, вышли. Так, блядь. Вот такая вот красота. Так, все, в автобус. Мы тут, короче, на набережной, и тут вообще очень весело. Ну, очень. И там моя рядом бабушка первая живет. Вот. Короче, появился тут котик. Вообще тут, это наш автобус. Если вы там видите. Вот. И мы его сейчас тут ходим. Маленький идет. Вот, мы тут, короче, бегаем. Это красивый домик, мне так нравится. Вот. Красивый цветочек. Короче, тут очень красиво. А Лили его нет? Нет, мы гуляем тут. Классно тут. Мама Симен. Блин, Арина. И на трамвае за 3 копейки можно было попасть в любой район города. Везде транспорта. Но, к сожалению, 10 лет назад нехороший дяденька мэр у нас такой. Нехороший человек, редиска. Плотника поставил после себя театр драматический, о котором мы всегда всем рассказываем. А это памятник другого свойства, черный памятник. Когда человек своей воле запрещает то, что для людей было удобно и... Я спросил? Да. А тебя? Естественно. И мы с вами опять на дорожку, которая ведет к вашей школе и в аэропорт. То есть вот такая магистраль очень важная. Да, мы аэропорт сейчас находится в черте города. Это, в общем-то, редкость. В больших городах обычно аэропорты располагаются далеко, далеко, далеко. К ним надо очень долго лезать. Бывает, все ломается. Все чинить надо. А тем более, ребята, сегодня какой день? Понедельник. А в понедельник обычно вот этот большой фонтан на набережной, Петровский фонтан, обычно его проверяют, его контролируют, его зачищают. Так что сегодня такой понедельник не фонтанистый. Да, давай сделаем. Да. Все, сегодня твоей мамы день рождения. Это катанька. Вот справа, ребята, деревья. Здесь наверное сердечко. Это катанька. Катаньку стали сажать пастриками, ну, лет 5-6 назад. То есть недавно. Они еще все в основном молодые деревья. Они еще... Смотрите на пляж. Они еще быстрее надо. Да, мы сейчас врезем. Мы врезем сейчас. Они врезем. Мы уже приехали. Я играть. Саю. Вот сейчас папа дот. Оля. Вот. Все там некоторые.